Среди обширной канзасской степи жила девочка Элли. Ее отец, фермер Джон, целый день работал в поле, а мать Анна хлопотала по хозяйству. Жили они в небольшом фургоне, снятом с колес и поставленном на землю. Иногда думаешь, что всю жизнь проходишь в старых башмаках, но судьба преподносит тебе в подарок серебряные туфельки. Можно так и просидеть всю жизнь, считая ворон, а можно отправиться в путешествие, чтобы получить опыт и разум. То, что на первый взгляд кажется красивым, на самом деле может таить опасность. Только столкнувшись с трудностями жизни, можно понять, на что ты действительно способен. Бывает так, что дорога вас уводит на далекое расстояние, но при этом сближает вас. Проделав долгий путь в поисках чего-то важного, оказывается, что самое важное и был путь. Кто-то старается казаться пугающим и могущественным, прикрывая свою слабость и неприметность. Иногда судьба может занести тебя очень далеко от твоего дома. И сумеешь ли ты отыскать способ вернуться назад? В моей сказке я старался показать, что самое лучшее, самое дорогое на свете – это дружба и взаимная выручка. Волшебник изумрудного города Александр Волков.